Заниматься с вами этим мы будем в ближайшие 2-3 недели. Значит, с точки зрения процедуры опроса, скорее всего, это будет две процедуры одновременно. Первая процедура – это сайт администрации. Вторая процедура – это опросы населения. Значит, у нас принято решение, что мы вместе с инициативной группой, единственное, пока не очень чувствуем, как эту группу выбрать. Берем сквер и начинаем его делать так, как хотят горожане, чтобы было лучше, чем сейчас. Какие горожане? Скверы у нас с вами будут использоваться следующие. Это можно посмотреть площадку, которая... Это неинтересно, что будет с этим сквером. Что будет с этим сквером? Что будет с этим сквером? Да, не надо нам за другие скверы. Что будет с этим? Ну, во-первых, мы с вами ждем опрос. Андрюха, Али. Смотрим, что мнение принято и, соответственно, движемся согласно того мнению. С точки зрения стройки, никакие котлованы копаться не будут. Все будет стоять так, как есть. Котлованы не будут копаться. Деревья, я думаю, тоже подождут. Уходите в отставку, зачем на ваши референдумы? И Куйвашева заберите с собой. Он не мэр! Ты не мэр! Ты не мэр! Ты не мэр! Ты не мэр! Успокойтесь все, пусть уйдет спокойно, не надо создавать кипиш. Тяжело разговаривать с толпой, которая тебя не слышит. Слушай, понимаешь, в чем проблема? Дискуссия быть должна. Ну, понятно, что в такой ситуации ее вести невозможно. Коллеги журналисты, можно, Жука, не тесните. Для того, чтобы мы с вами могли спокойно поговорить, мы завтра возьмем хорошее помещение в администрации и сделаем для вас брифинг 12. Еще раз, что мы сегодня с вами делаем? Мы готовим в городе опрос. В течение 2-3 недель он должен быть проведен по репрезентативной выборке. Это не должно быть 100, 200, 300 человек, это должны быть 1000 человек. Договорились о том, что строительные работы вестись не будут. Да Путин все полчаса назад сказал, чтобы прекратить. Значит, и дальше, соответственно, вот мы движемся вот по этому. А почему вы вышли к народу только после указки Путина? Сейчас расскажу. Требуют наши глаза. Наши дети, наши слеза, не пустят себе. Thank you.